Ребятки, а этот рассказ называется «Как Томка не показался глупым». Томка не любит, когда над ним смеются, обидится, отвернется. А потом он научился делать вид, что не над ним смеются, а над кем-то другим. Как-то заметил Томка курочку с цыплятами. Идет поближе, хочет понюхать. А курочка как закричит, как прыгнет на Томку и поехала на нем. Едет, клюет Томку и кричит. Так и слышно, как она выговаривает. «Ах ты такой сякой невоспитанный! Вот я тебя! Вот я тебя! Не смей к цыплятам подходить!» Томка обиделся, но не захотел показаться смешным и сразу сделал вид, что никто его не клюет, никто на него не кричит. И тогда курочка соскочила с него и вернулась к цыплятам.